понимаю волгоградских людей. Любимая песня Сережи Качаняна и любимый исполнитель. Все, ну у тебя куртка золотая, когда футболка будет такой? Объясните Сёме, что наш сезон синий. Если у нас будет в воротах фура, то у нас золотой сезон будет. Нет, вместе красиво. Не, сегодня я буду вот так, с каменным лицом. Гол. Вот он! Вот он! Офсайд! Какой офсайд? Такой футбол! Вот и все. Так, сейчас сделаем тест на погоду. Если в фуре тепло, если он скажет тепло, то на улице холодно. Если жарко, то на улице не холодно. Жарко или тепло? Тепло. Значит, холодно, да? Ну, по одежке можно. Давайте, просто кто-то южный, кто-то... Как помнишь, жара была, да, нет? Да. 30 градусов, люди умирают. Понимаю, волгоградские люди. Это камера. Предупреждаю, съемки уже не скрытые. Конечно, не показывал. Зато нарезочку попадем, да? Че, все в наушниках, вы что, не общаетесь? Здорово. Общаемся телепатически. Все, ну у тебя куртка золотая, когда футболка будет такой? Да, да. В конце сезона. В конце сезона. А остальные думайте, как это будет. Привет. Могу послушать, что ты слушаешь? А на том берегу незабудки. А на том берегу незабудки цветут. Ну, это рыбчатина. Все футболисты слушают рэп? Нет. Большинство? Нет. Большинство, да, молодых футболистов, да. Любимая песня Сережи Качаняна и любимый исполнитель? Скали Милана. Любимая песня? Но он поймет. Да? Киткатит. Объясните Сёме, что наш цвет синий. Он пришел в цвете, который будет у нас в конце сезона. Золотой. Золотой сезон? Ну, конечно. Если у нас будет в воротах фура, то у нас золотой сезон будет. Нет? Да, что ты, вместе мы сила. Трава высокая, да? Бага, ну ты же не обиделся? Нет, конечно. Нет, конечно. На видео гораздо смешнее было, чем... Что, Богдан, сегодня гол забьешь? На 93-й забьешь? Надеюсь, не придется. Да, побежишь потом после гола. А я буду отвечать? Вот так! Да. Не, сегодня я буду вот так, с каменным лицом. Гол. Так, пацаны, готовы все? Давай, пацаны, на полинке соберешься, здесь надо собраться, вот отсюда надо выходить с азартом. Надо, надо, пацаны, больше ничего не знаю, вы сами это все прекрасно знаете. Все, пацаны, вот потихонечку начинаем
создавать свой темп игры и диктовать все условия, на которых мы сегодня готовы играть. И можно сказать, что получается, проблески в атаке появляются. Уже расписал, видел? Ой-ой-ой, Миха. Ой, Миха! Сейчас будет карусель. А ты согласован, а все приводит. А вот это уже было интересно. Это было очень хорошо. С подключением защитника. Все как и надо. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пенальти. Саша, ты что думаешь, во втором матче подряд потащит пенальти? Я тоже хотел бы на это надеяться. Потащил же, потащил. Я еще и конец, да, Сав? Ай-яй-яй! Да как? Да елки-палки! Как? Так, ну радует, что мы не стали ждать чего-то и сразу после перерыва входим в игру и атакуем. Два-ноль. И вроде бы начали второй тайм очень хорошо, и моменты были. Ну вот. Сколько у нас было стандартов, и вот единственный стандарт во втором тайме у Алани. Счет на табло 2-0. Ну пенальти, это шанс вернуться в игру. Руслан Суанов будет исполнять. Так, опять штрафной, опять стандарт. Интересно, такая же задумка у этого стандарта будет или нет. Так, 4 минуты добавляет судья, и есть время, чтобы отыграть хотя бы один гол. Вот так! Пенальти, второй пенальти получаем. Перебить. Все. Это звезда, Ром. А? Это звезда просто. Фиг его знает, что. Спасибо огромное, хорошо. Бага! Идите сюда, что вы, дядь? Идите сюда, что вы все ушли? Динамо, молодцы! Такой футбол, вот и все.